Привет, YouTube! Привет подписчикам, зрителям канала Technics Reviews. Сегодня распаковка и краткий обзор светодиодной лампы 200 люмен 4 ватта 220-240 вольт 50-60 герц. Класс энергопотребления А+. То есть вот 4 киловатт-часа эта лампа использует за 1000 часов свечения. Цоколь GUI-10, это два штырька с поворотом, и обозначение лампы LED 1210R4. Здесь на упаковке также указано, что срок службы лампы 25 тысяч часов. Разгорание в течение 1 секунды. Цветовая температура 2700, то есть это лампа теплого свечения с желтоватой составляющей. 2700 кельвина, 50 люмен на ватт светоотдача, угол свечения 36 градусов и высота лампы 50 миллиметров. Вот то, что указано на упаковке. На обратной стороне есть штрих-код Made in China. Изготовлена и для IKEA. Собственно, IKEA изготовила на площадях в Китае, на производственных площадях Китая. Вот. Потому что IKEA много своей продукции делает в Китае, хотя и на упаковке четко указывается адрес IKEA.com. IKEA of Sweden, то есть все это здесь написано, то есть это изделие IKEA. А то, что оно сделано в Китае, это, так сказать, уже вторично, потому что IKEA несет ответственность за качество изделия. Для меня всегда представляли трудности эти упаковки. Я не знаю, как их надо вскрывать. Я не могу это делать. Поэтому режу как могу. Вот что из себя представляет такая лампа. GUI-10. Цоколь. Цоколь, вероятно, керамический, потому что все это такое тяжелое, или пластиковая керамика какая-то. Здесь также написано IKEA, IKEA of Sweden, 220-240 вольт, 4 ватта, 200 люмен, 36 градусов угол свечения, 50 люмен на ватт. То есть, ну, собственно, те же все характеристики, которые и указаны на упаковке. То же, что на упаковке. Все характеристики те же указаны и на цоколе. Кроме того, указано, что это изготовлено в Китае, Made in China. Стоит значок о том, что подлежит
утилизации. Вот, вот значок. Подлежит утилизации, то есть нельзя выбрасывать в мусор. И на передней части имеет рифленый матовый рассеиватель. И как видно, здесь установлено два светодиода. То есть два светодиода обеспечивают те параметры, которые заявлены производителем. Я думаю, что вот эта часть в свою очередь выполняет роль радиатора от выходящего тепла. Сейчас я возьму приспособление. Держится. То есть очень удобно для того, чтобы не загрязнять с рук жиром там или чем-то, загрязнения какие-то, стекло отражать, собственно, стекло, с которого будет идти основное свечение. Поэтому существует такое приспособление от IKEA. Приспособление продавалось вместе со светильником. И в инструкции было указано, как ним пользоваться. Ну, как видим, вот, лампочка держится на приспособлении. Прикладываю большие усилия для того, чтобы снять приспособление с лампочки. Вот такая лампочка. У меня предстоит установка светильника от IKEA с вот этими лампами. И тогда, я думаю, смогу показать и как эти лампы светят, насколько хорошо. Пока я до этого еще не дошел, выкладываю лампу в упаковку. На этом все. Пока-пока.